В Сургутском районе около 150 человек готовы стать общественными наблюдателями на выборах 10 сентября. Всего в муниципалитете 50 избирательных участков. Общественная палата регионального штаба по наблюдению за волеизъявлением жителей в Югре организовала для претендентов двухдневные семинары. Программа обучения состояла из комплексного теоретического курса и викторин, моделирующих возможные ситуации в месте проведения голосования. На обучающих занятиях специалисты рассказали о нюансах работы на выборах, подробно разобрали различные законодательные аспекты и объяснили, как действовать в спорных ситуациях. Третий день общественная палата проводит обучение общественных наблюдателей. 23-24 августа проходили обучение 4 территории. Это Лентор, Лямина, Сытомина и Нижний Сартымский. Сегодня совершенно другая ветка. Это Федоровка, Ульхьягу, Рускинская, Белый Яр, Солнечный, Барсово, Локосово, Тундрина. Обучаются здесь, в этом зале, в новом зале, который сдан недавно, введен в эксплуатацию. 10 сентября в муниципалитете пройдут 18 избирательных кампаний, включающих выборы губернатора Тюменской области, довыборы в Думы Сургутского района по одномандатному избирательному округу номер 6, выборы глав Барсова, Рускинской, Ульхьягуна, Локосова, Угута и Солнечного, а также обновление советов депутатов в нескольких населенных пунктах. На каждом избирательном участке будут работать по 3 общественных наблюдателя. В первую очередь потому, что мне самому это интересно. Мне интересно узнать работу изнутри, интересно попробовать свои силы и обучиться в процессе чему-то новому. Подали мои документы в избирательную комиссию, мне позвонили и, то есть, одобрили мою кандидатуру.